Юные спортсмены отделения академической гребли спортивной школы «Изумруд» привезли с краевых соревнований 22 медали. Более 100 гребцов из Краснодара, Ленинградского, Славянского, Староминского, Темрюкского и Тимашевского районов встретились на воде. Славянские спортсмены поделились с нашей съемочной группой секретами покорения водной глади. Академическая гребля является одним из древнейших видов спорта. Она включена в программу Олимпийских игр. Кроме этого, ежегодно проводится чемпионат мира, кубок наций, чемпионат мира среди студентов. По словам тренеров этого вида спорта, идеальной техники гребли не существует. Каждый академист имеет свою собственную технику, основанную на различных чувствах и представлениях о гребле. А главной задачей тренера является максимально адаптировать спортсмена к различным условиям. На отделении академической гребли «Изумруд» занимается более 50 юных славянцев. И как признается их тренер Валентина Стуклова, все ребята, конечно же, пришли неподготовленные и поначалу боялись даже садиться в лодке. Зато теперь завоевывают немало наград на соревнованиях различного уровня. Садимся иногда с ними сами в лодку. Потом они уже чувствуют, что уверенность у них появляется. И поэтому бояться здесь не надо. Мы, кстати, приглашаем всех детей от сейчас уже 99 года до 2002-го. Пожалуйста, приходите. Валентина и ее муж Михаил Стуклов тренируют молодежь уже давно. Раньше работали в Саратове, а сегодня готовят достойных спортсменов в нашем Славянском районе. Приехали они по приглашению районной власти. Базу для занятий предоставили представители Славянской службы спасения. Один из воспитанников, Денис Рябчук, занимается этим водным видом спорта чуть больше года. Когда набирали группу на отделение академической гребли, он записался, не задумываясь, и ничуть не пожалел. Денис на соревнованиях выступал в команде из 4 человек, и им удалось обойти соперников и стать первыми. Мы выиграли, как бы остались этим очень довольны. Мы готовились к этим соревнованиям и как бы оправдали то, что хотели. 9 золотых медалей, 2 бронзовых и 11 серебряных. На этих соревнованиях славянцы отличились своими лидерскими качествами. В результате этих состязаний наши спортсмены поедут отстаивать честь района на всероссийских соревнованиях, которые стартуют 28 апреля в городе Ростове-на-Дону. Тина Копачевская, Михаил Варгулев. Программа «События».